четверг в Самарской области облачно и пасмурно. Местами осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха днем 4-8 выше 0, ночью минус 1, минус 2 градуса. Ветер западный, северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи, днем плюс 7 градусов, ночью минус 2. Северо-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем плюс 5, ночью минус 1 градус, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, дневная температура плюс 5 градусов, ночью минус 2, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.